Чаша лингам 25,5 сантиметров, 100, килограмм 890 грамм, номер 104. Снова чаша лингам, номер 105, 930 грамм. Ну, давайте посмотрим на диагональ. Забыл это сделать. Диагональ у нее 18 сантиметров.
вот такое характерное раскачивание для Венгамы, и сейчас немножко неудобно маллетом работать. По сути, он здесь не сильно нужен, но частота нижняя все равно, поскольку она есть, желательно слышать. Ну, вот при работе двумя палочками, можно сказать, хорошо очень раскачался. Можно немножко еще попробовать просто замшей. Вот опять слышно сразу, что работает, центруется звук, раскачивание идет. Это интересно, он как бы этим вводит в такое, ну, можно сказать, трансовое состояние. Ну, для чаш такого класса и такой цены, я считаю, это очень интересный вариант. Это была чаша 18 сантиметров Венгам. Чаша номер 103, 23,5 сантиметра, 1,7 килограмма Венгам.
надо было привыкнуть немножечко с ними работать. Привыкаю еще, точнее. Длинный очень хороший звук, ровный. Можно его сделать вибрирующим. Можно ровным. Ну, то есть такая творческая чаша. Благодаря, ну, как это сказать, сердечник для лингам. Ну, так или иначе. Ну, слышно, пока еще раскачал малетом. Стол, к сожалению, чуть-чуть трясется. Может быть, слышно на микрофоне. Но сегодня решил на таком устройстве пробовать. Хороший звук. Интересно. Во всем диапазоне. Вот. Это была еще раз чаша 23,5 сантиметра, 1,7 килограмма, номер 103. Лингам. Чаша 22,5 сантиметра. Лингам, номер 104. Вес 1280 грамм. К сожалению, забыл включить телефон, отдельно записал видео, ой, аудио, и теперь придется повторять немножко. Попробуем то же самое, раскачать ее маллетом. Ну, вот, как я уже говорил, в аудиофайле. Сейчас, ну, вот, четвертая чаша лингам. Это мне чаша нравится, пожалуй, больше предыдущих. И, возможно, это из-за геометрии. Вот первая, а вторая чаша была тоже подобной геометрии, стенки выше. Вот сустейн, он очень хороший, до сих пор она играет. И по всему диапазону прекрасно, я считаю. Это была чаша 22 сантиметра с половиной, номер 104, вес 1280 грамм. Лингам. Итак, следующая чаша у нас 21 сантиметр, вес 1080 грамм, номер 105. Продолжаем общаться с лингамами. Ну, попробуем, наверное, тоже ее вначале маллетом раскрутить. По геометрии близка к предыдущей.
Сейчас интересно, такой пошел как бы свист. Это вот когда в торец получается палочка ударяешь, посвистывает. Но без звона, чисто. Тоже хорошая чаша. Конечно, постепенно начинаешь привыкать уже, все расхваливать невозможно, но мои ожидания оправдались. Я ждал этих чаш, мне было интересно, очень интересно, и вот они подтвердили то, что от них ожидалось. Вот чаша 21 сантиметр. Вес у нее 1327 грамм, номер у нее 106. Лингам. Опять она достаточно высокая. Ну, я уже говорил, по-моему, на всякий случай, это чаши 5 металлов. И у нас старых чаш 5 металлов больше уже после того, как мы продадим предыдущую партию, последнюю, их больше не будет, видимо. Ну, какое-то время. Может быть, и длительное. Потому что 7-метальные чаши пользуются и большим спросом, и они точнее, ровнее, а на смену 5-метальным будут вот эти вот чаши, которые гораздо интереснее. Начнем. Хорошая чаша, чистый верх. Какой-то небольшой такой призвон такой, не присвист, да, вот что-то было в начале. Ну, это просто от грамотности удара зависит. Надо там, может быть, какую-то точку найти, и это вот он удаляется сразу же, как только чуть-чуть меняешь точку. Так, так нет, да?
Просто надо как-то аккуратней. Малит такая штука интересная, конечно. С ним надо общаться с каждой чашей иногда по-разному. Точки находить. Ну и с другой стороны. И проверка, но не... Ну не ультиматум, что если вот... Не аксиома, если вдруг что-то где-то чуть-чуть прозвенело. У каждой чаши есть свои плюсы. Тоже хорошая чаша. Вот, остался еще один лингам. Два уже продано, два самых больших. Еще вчера, когда посылки только-только пришли. Но, возможно, будет еще через 3 дня. Вот, снова чаша лингам, 25,5 сантиметров. Вес 1972 грамма, номер 107, лингам. Ну, большая чаша. Будем бить ее в гранаты вначале. Надеюсь, видно, да, когда раз внутри, ну там и была и ладонь уже, и маллет, граната там побывала. Меняется звук. Мне кажется, у других чаш этого не было. Но я так первый раз это как-то спонтанно получилось. Посмотрим, может быть, у тигрового глаза также. Ну, какой-то вариант опять общения с чашей новой. Ну что, опять космическая чаша, размер имеет значение. Ой, все еще гудит. Итого сейчас у нас
Семь чаш лингам. Самые большие уже нашли новые домики. Этих чаш в России нет. Пока я не видел ни у кого. Это эксклюзив. Это приятно. Надеюсь, что вам тоже понравится. Спасибо. Перейдем, наверное, к тигровому глазу. Или нет? Перейдем к непальским чашам.